На лед приглашается Аделия Петросян, Москва. Ну а теперь венец. Теперь финал соревновательной части финала Гран-при. Второй спартакиады сильнейших спортсменов России. И на льду абсолютно лучшая спортсменка этого сезона. Действующая чемпионка страны. Аделия Петросян из группы Терри Тутберидзе. Петросян и ее «Февраль», ее программа скатана именно в феврале, именно здесь, в Магнитогорске, с двумя четверными тулупами, да, пусть без четверного флипа, но все-таки последний, шестой стартовый номер, это очень долгое ожидание после шестиминутной разминки, и я спешу эту ошибку только на это, во всем остальном безупречная Аделия Петросян.
Так могут позволить себе кататься только лидеры. Те спортсмены, которые не останавливаются на достигнутом здесь и сейчас, а которые продолжают смотреть в будущее и которые развиваются, даже когда, казалось бы, есть возможность не перенапрягаться. Могла Аделия кататься без четверного флипа? Конечно. Могла она кататься с одним четверным тулупом? Да запросто. Но она пошла на три четверных прыжка. Но смотрите, близка была к выезду из четверного флипа, прыжка, который ей несколько раз удался на шестиминутной разминке. После этого исполнила прекрасно совершенно каскад из четверного и двойного тулупов. Вот он на ваших экранах. И тут же исполнила еще один четверной прыжок. Три четверных прыжка в произвольной программе. Программе, которая очень пронзительно звучит этим морозным февралем, который так и называется «Февраль». Автор музыки – питерский композитор Леонид Левашкевич. Ну вот слышите, да, что говорит Аделия Петросян? Хотелось говорить. Ну, здорово, конечно. Что тут говорить? Здорово выступает Аделия Петросян. Она исполнила аксель в 3,5 оборота. В короткой программе она попробовала исполнить 3 четверных и почти справилась с этой задачей. И в произвольной программе, я думаю, что ни у кого не осталось сомнений, кто же выигрывает эти состязания и выигрывает за явным преимуществом. Единственное, нам осталось только узнать, какие же оценки выставят арбитры Аделии Петросян. Она становится двукратной победительницей финала Гран-при, ведь в прошлом сезоне, по большому счету, именно с этой победы и началась ее серия, которая не прекращается и по сей день. Аделия выходит на лед, Аделия выигрывает турнир за турниром. Она первой отобралась в Магнитогорске и стала первой здесь, на Уральской земле. За исполнение произвольной программы Аделия Петросян. Ну, теперь, очевидно, приобретает еще и числовую форму. Почти 167 баллов получает Аделия за свой прокат произвольной программы. И ее результат стремится в небеса. 252,97 балла. Ну, можно уже улыбнуться. Аделия, ты первая с большим преимуществом. Пусть не все получилось, но это золото, золото нашей чемпионки. От всей души поздравляем и тренерскую группу Итери Тутберидзе. Ну и...